Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и огорились провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Как-то летом дядя Коля за границей побывал. И жевательной резинки пачку целую привез. И жевательной резинкой дядя Сашу угостил. И жевал резинку Саша целых 3 часа подряд. А потом резинку эту Саша вынул изо рта, и различные фигурки из нее он стал лепить. Только вдруг резинку эту Саша выронил из рук, и резинка, к сожалению, вмиг упала на асфальт. Но резинку от асфальта Саша быстро отлепил и тотчас же поскорее сунул в рот к себе ее. Но прилип к резинке этой отвратительный микроб, и тотчас же он болезни внутри Саши возбудил. И в одну секунду Саша всех своих лишился сил. И сейчас без сил, конечно, на асфальт он упадет. Но Аркадий Паровозов увидал издалека, как ослабленный болезнью Саша падал на асфальт. И в одну секунду к Саше он на помощь прилетел и у самого асфальта Сашу на руки поймал. Вызвал к Саше Паровозов наилучшего врача и микроба вон из Саши врач, конечно же, прогнал. Саше яблоки и груши Паровозов подарил, а затем сказал такие очень важные слова. Саше, Маше, Глаше, ешьте только чистую еду, ту, что раньше не лежала на земле или полу. Потому что все возможно, все бывает, так сказать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Как-то Машенька на даче стала в повара играть. Повязала мамин фартук и давай готовить суп. 2-литровую кастрюлю залила сырой водой, набросала сверху листьев, положила мухомор. Маша видела, как мама в суп грибной кладет грибы, ну а этот с красной шляпкой был красивее других. В это время Саша вышел, чтобы с Машей поиграть. Вот так радость. Саша вышел, а у Маши суп готов. Супу полную тарелку Саша быстро одолел, так как повара отказом он обидеть не желал. Но от съеденного супа Саша вдруг позеленел. И зеленый повалился на такую же траву. Но Аркадий Паровозов все оттенки различал. И зеленый на зеленом он увидел без труда. И тотчас же он желудок Саше бедному промыл, поскорее дал лекарство и в подарок Монпансье. А еще сказал он: «Дети, никогда и ни за что в пищу не употребляйте незнакомых вам грибов. Также ягод незнакомых, дети, надо избегать. Их советую вам тоже в пищу не употреблять. Потому что все возможно, все бывает, так сказать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать». Саша с Машей с рыбалки возвращались как-то раз и увидели чернику у обочины шоссе. Много-много спелых ягод у обочины росло. И нарвали Саша с Машей ягод полное ведро. И решили этих ягод Саша с Машей поесть. И устроить захотели у обочины пикник. Но в чернике содержался ядовитый компонент. Он от близости дороги в эти ягоды попал. И как только оказался в организме у детей, сразу начал он болезни в организме вызывать. И у Саши, и у Маши разболелись животы,
И зелеными, как листья, лица сделались у них. И упали Саша с Машей у обочины шоссе. И рассыпалась черника из ослабших детских рук. Но Аркадий Паровозов вдоль дороги пролетал и увидел Сашу с Машей у обочины ее. И на помощь к Саше с Машей Паровозов подоспел и желудки Паровозов Саше с Машею промыл. Детям баночку варенья Паровозов подарил и сказал им на прощание очень важные слова. Саше, Маше, Даше, Глаше, дети, ягоды, грибы у дорог автомобильных избегайте собирать, потому что у дороги много газов выхлопных, а они для человека исключительно вредны. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать, потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Как-то Машенькина мама заходила на базар и купила на базаре помидоров килограмм. Принесла она на кухню с помидорами пакет и пошла по телефону с тетей Верой поболтать. Увидала Маша в кухне помидоры на столе и один из помидоров в рот отправила к себе. Но на коже помидора незаметный для людей жил микроб болезнетворный, хоть и маленький, но злой. Он опасные болезни в организме возбудил, и от них температура Маши сразу поднялась. Но Аркадий Паровозов за приборами следил, и скачок температурный Паровозов увидал, и на кухню Паровозов прямо к Маше прилетел, и коварного микроба прочь из Машеньки изгнал. Подарил букет ромашек, потрепал по голове, а еще сказал такие очень важные слова. Дети, Маши или Саши, Тани, Вани, все равно. Мойте овощи и фрукты перед вашей едой. И тогда лишь только можно в пищу их употреблять, если злобные микробы смыты чистой водой. Потому что все возможно. Все бывает, так сказать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Как-то Маша после школы стала в доктора играть. На косынке красный крестик рисовать карандашом. В это время после школы Саша с двойкою пришел. Почему-то очень грустный. Вероятно, заболел. Маша сразу нацепила на нос папины очки и от всех болезней разом Саше выдала рецепт. Все лекарства из аптечки Маша в чашку собрала и велела выпить, чтобы все болезни излечить. Саша Машино лекарство через силу проглотил, но не стал здоровым Саша, а совсем наоборот. Повалился Саша на пол, захрипел и посинел. Но Аркадий Паровозов эти хрипы услыхал. И тотчас на помощь Саше Паровозов заспешил и врача ему доставил. Настоящего врача. Тот ему поставил клизму, дал какой-то порошок и промыл ему желудок кипяченую водой. Паровозов на прощание Сашу с Машей обнял и сказал им вот такие очень важные слова. Если доктор от болезни вам лекарств не назначал, то запомните, лекарства принимать опасно вам. Потому что все возможно, все бывает, так сказать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Как-то Машенька и Саша посетили лесопарк, чтобы на велосипедах покататься по нему.
Дети на велосипеды сели быстрые свои и скорей по лесопарку понеслись в перегонки. Запыхались Саша с Машей, раскраснелись от езды, и малиновей малины щеки сделались у них. Тут заехали на мостик Саша с Машей вдвоем и увидели случайно протекавший ручеек. Со своих велосипедов дети слезли в тот же миг, и к воде студенной дети побежали кто быстрей. Той водой умывали щеки жаркие свои, пили воду из ладони, чтобы жажду утолить. Но вода не подходила, к сожалению, для питья, потому что протекала сквозь химический завод. И тотчас у Саши с Машей разболелись животы, и на лбу у Саши с Машей пот холодный поступил. И румянец безвозвратно щек малиновых исчез, и упали Саша с Машей прямо в воду ручейка. Но Аркадий Паровозов пролетал над ручейком, и на помощь к Саше с Машей Паровозов подоспел. И в течение секунды из воды детей достал и желудки им водою кипяченую промыл. Дал им нужное лекарство, подарил воздушный шар, а затем на этом месте прикрепил такой плакат: «Уважаемые дети всех имен и возрастов, никогда не пейте воду там, где воду пить нельзя. Из канавы и копытца, из пруда или ручья для здоровья оказаться может вредную вода. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать, потому что мимо, дети, я могу не пролетать». Как-то летом Саша с Машей стали ветки собирать и построили из веток замечательный шалаш. И решили там в индейцев настоящих поиграть. И для этого на кухне взяли разную еду. Взяли йогурта, сметаны и вареной колбасы и припрятали в индейском настоящем шалаше. И 2 дня хранили дети все продукты в шалаше. А на 3-й Саша с Машей пир устроили себе. Саша с Машей съели йогурт и сметану с колбасой, не узнав, что у продуктов срок хранения истек. И продукты превратились на жаре в опасный яд. И у Саши с Машей тотчас разболелись животы. На лице у Саши с Машей пот холодный проступил, и на землю Саша с Машей повалились в тот же миг. Но Аркадий Паровозов мимо леса пролетал и, по счастью, увидел Сашу с Машей на траве. И на помощь к Саше с Машей Паровозов прилетел и желудки им водою кипяченую промыл. К папе с мамой Паровозов Сашу с Машей перенес и сказал им вот такие очень важные слова: «Саше, Маше, Мише, Грише, постарайтесь избегать есть продукты, у которых срок хранения истек. Стать опасной может даже очень вкусная еда. Постарайтесь вы об этом никогда не забывать, потому что все возможно, все бывает, так сказать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать». Как-то Саша возле дома из песка лепил кулич и провел за этим делом ровно 3 часа подряд. Незаметными для Саши пролетели 3 часа, но в конце концов обедать захотелось и ему. Прибежал голодный Саша поскорей к себе домой и отправился на кухню, даже руки не помыв. И холодную котлету он на кухне отыскал, и немытыми руками Саша взял ее скорей. Но микроб болезнетворный был на Сашиных руках. Он в песочнице таился среди влажного песка.
Он с кусочками котлеты в организм к нему проник и кишечные болезни в организме возбудил. И тотчас от боли Саша на пол кухонный упал и обеими руками за живот схватился он. Но Аркадий Паровозов услыхал падение звук и на кухню к Саше мигом Паровозов прилетел и доставил Паровозов к Саше доктора тотчас. И тотчас же от микробов Сашу доктор излечил. Саше книжку про пиратов Паровозов подарил, а потом сказал такие очень нужные слова. Уважаемые дети, Саши, Маши, например, мойте, дети, ваши руки перед каждую едой. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать, потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Саша в прошлую субботу день рождения отмечал. И подарки подарили мама с папой ему. Подарили медвежонка, электронную игру и коробку шоколадных замечательных конфет. Шоколадные конфеты в тот же вечер Саша съел. И, довольный днем рождения, Саша спать к себе пошел. Только чистить на ночь зубы он свои не захотел, потому что утомился. Есть конфеты целый день. Но бактерии остались на нечищенных зубах, и конфетные остатки стали есть они тотчас. Но конфетные остатки скоро кончились у них. Зубы Сашины на ужин стали есть они тогда. И, конечно, зубы Саши разболелись поутру. И горючими слезами Саша тут же залился. Но Аркадий Паровозов мимо Саши пролетал. И, конечно же, на помощь к Саше тотчас поспешил. Подарил зубную щетку, вызвал лучшего врача, а потом сказал такие очень нужные слова. Уважаемые дети, Гали, Вали, Юры, Нюры, Нюши, Ксюши, Кеши, Стеши и Сережи, а еще Саши, Маши и Наташи. По утрам и вечерам никогда не забывайте зубы чистить вы свои. Потому что все возможно. Все бывает, так сказать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Как-то Машенька и Саша в лес с лукошками пошли, чтобы им в лесу в лукошке землянику собирать. Целый день по лесу дети проходили взад-вперед, но, к большому сожалению, землянику не нашли. Вдруг красивых красных ягод целый куст попался им. И запрыгали от счастья Саша с Машей тогда. И нарвали красных ягод горсти полные они. Ягод горсти Саша с Машей в рот отправили себе. Только этих красных ягод им не следовало есть. Были ягоды, к несчастью, ядовиты для людей. И тотчас позеленели Саша с Машей тогда. И на землю повалились без движения они. Но Аркадий Паровозов острым зрением обладал и увидел Сашу с Машей на полянке у куста. И тотчас на помощь к детям Паровозов прилетел и тотчас доставил детям наилучшего врача. Сашу с Машей Паровозов земляникой угостил, а затем сказал такие очень нужные слова. Уважаемые Саши или Маши, например.
или Оли, или Поли, или Коли, например. Вы запомните, что ягод незнакомых есть нельзя. Могут быть они, к несчастью, ядовиты для людей. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать.